Алло всем, друзья! Я сегодня приехал на Кубанское водохранилище попробовать погонять фидер. Очень давно тут не был. Конечно, не очень удачный момент. Но недавно в Краснодаре была жара больше 42 градусов тени. И сейчас начала падать вода. Жара ушла, температура опустилась до 28-42. Потом сейчас опять пошла температура вверх, но при этом уровень воды в Кубанском водохранилище начал падать. А это не самое лучшее время для рыбалки, когда уровень воды в водоеме падает. Рыба начинает откатываться от берега, и это надо искать чуть-чуть дальше. Ну ничего, пытаемся что-то поймать. Погнали, друзья! Лайк она заслужила сегодня. Ой, подлещик, грамм 200. Такой подлещик. Пока, подлещик. Поклевка, друзья. Кто там? Кто там упористый? Кто-то бьется замечательно. Кто-то упирается, друзья. Рыбчик замечательный. Отличный. Грамм 250-300. Друзья, вот такой красавчик рыбчик, а? Уже зачет. Есть рыбка. Насчет 10 поклевочков было, класс. Он же сюда хорошенько упирается, друзья, упирается. Кто там в этот раз? Еще один такой же красавец. И еще такой же красавец. Зачетный. Что-то есть. Ой, ой, что-то там хорошенькое. Вот с очком подберу. Подлещик, походу, грамм 300.
Да. Шикарный подлещик, друзья. Такой грамм 300-400. Да, вот такой грамм 300-400 подлещик. Уже на рыбку похоже. Вот это всадило. И мимо. Рыбчик небольшой. Вот это всадило. Густерка. Такой красавец, грамм 300 рыбчик, шикарный. Вот такой. Друзья, буду собираться. Вы сами видите погодку. Шторм, сильный ветер. Просто боюсь, что меня сдует и унесет нафиг. Ну, может, волной зацепить, и платформа уедет. Уловчик есть. Полтора десятка хороших подлещиков и рыбчиков. Рыба клюет, хорошая густера влетает. Так что в следующий раз надо выбрать хорошую погоду, приехать и половить рыбку. До новых встреч, друзья!